Привет тебе, мой случайный зритель. Интересно, как тебя угораздило забрести на мое видео. Так, что я еще купил сегодня? Значит, экстракт левзеи. Если бы у меня была фотокамера не Sony, а какая-нибудь другая, даже бы, наверное, работала. О! Так, значит, экстракт левзеи. Редкость жутчайшая. Очень редкая вещь. Хрен где купишь. Все аптеки обошел. Еле нашел. В одной аптеке, не помню, как она там называется, но эта аптека славится своими подделками. Вот так это выглядит. Ужасно. Без капалки. Сейчас заценим вкус. Пахнет как элеутерокок. На вкус, в принципе, чем-то похоже на него же. Так, инструкцию. Что, сейчас читать, что ли? Так, применение дозы. Вот, ну, в принципе, это для тонуса, чтобы, ну, потому что я работаю, устаю, очень сильно устаю. Так, показания применения физической и умственной переутомления, астенические состояния. Самое оно. Посоветовал один человек на YouTube. Вот, я ему доверился. Говорит, что заменяет какой-то там спортпит, который стоит сотни нефти. А тут купил, не помню почем, недорого. Экстракт левзеи 94 рубля 35 копеек. Так, за 50 миллиграмм. Вот. О, Ригла. И честь мне оказала Ливанова Вера Николаевна. Так, ну и все. С этим пока. Так, что купил еще? Пентавит. Даже инструкцию подарили. Тоточки. Два блистера. Не люблю блистеры. Придется пересыпать в какую-нибудь банку из под какого-нибудь комплеита, не знаю. Или из под какого-нибудь витрума. О, две инструкции. Всей семьей можно читать. Так, ну так, быстренько пробежимся. Короче, пентавит — это много-много витаминов группы В. Чтобы мозги хотя бы немножко начали работать. Потому что совсем я устаю вообще так. Вымотан, что у меня уже мозг не работает совсем. Витамин В, В6. Никотинамид, не знаю, какого там, какой он. Кислоты фолиевой, цинкобаламина, В12, он же. Ну и в принципе все. От него, кстати, заметьте, в период депрессии на 3 дня дает отсрочку. В период депрессии, если у вас депрессняк, вот, на 3 дня эта штука дает отсрочку. По 3 в день пьется. Придется, наверное, зарядить в такую специальную штуку. У меня есть там 7 ячеек. Вот, и вот так, чтобы не забывать. Потому что пить его надо. Ну, еще купил вот такую штуку. Это чтобы такие, как я, не размножались. Ну, естественно, как в комедийном фильме там началось. А какую? А на складе посмотреть? А это? А я думал, а это? И вся очередь стояла там. Такое ощущение, что ржали с меня. Ну и ладно. Он, значит, вместе с визитом классическим пентавит 424 рубля 50 копеек. И вот такие письмена в чеке. Кто на санскрите умеет? Я лично не очень понимаю, что тут написано. Товарный чек. И все. Круто, да? Круто был. Ну и того. Что почем, не знаю.
Ну, пентовит вроде 170, что ли. Не так уж и дорого. Но когда я был безработным, он для меня был очень дорог. Так, наверное, все. Ливзевию завтра с утра начну пробовать. Это когда солнышко в мой огород заглянет. Ну, а это сегодня, и завтра, и пока не кончится. Кончится, еще куплю, наверное. Главное, чтобы они не были поддельными. Наверное, стоит прям до жарких летних деньков принимать. Вот. Ну, все, живите дольше. И, наверное, подпишитесь уж на мой канал. Для кого это все снимаю? Не знаю, для кого. Все, пока.